Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ксюша. Ксюша, сколько вам лет? Мне 5. Ксюша, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свой обычный день? Куда вы ходите, что делаете? Мы ходим в художественную школу, и там еще рисовали слона. Ага, а кроме художественной школы вы ходите, может быть, в садик? Да, мы ходим в садик. Хорошо, Ксюша, а скажи, чем ты занимаешься в садике? А я занимаюсь в садике всякими занятиями. Например? Мы там рисуем, еще мы там изучаем День Победы, и еще мы там участвовали в конкурсе. Ксюша, у тебя сейчас есть маленькая сестричка, да? Как ее зовут? Ее зовут Наташа. А как ты любишь с ней играть? Я люблю с ней играть, когда я ее ложу на спинку, потом я ее так щекочу головой, и она смеется. Здорово. А когда она вырастет, как вы будете вместе играть? Что ты будешь с ней делать вместе? Мы будем вместе спать на моей кровати и вместе играть. А какие игры вы будете вместе играть? Все, которые у меня есть. Где ты любишь гулять? Я люблю гулять на набережной, еще я люблю кататься в детском парке. А на велосипеде ты уже каталась на маленьком? Я... Или на роликах? На роликах я каталась, и на самокате тоже, а на велосипеде нет. А хочешь на велосипеде кататься? Да. Здорово. Спасибо большое. Пожалуйста. Пока. Скажи пока. Пока. И помаши ручкой. Пока.